Ребята, всем привет! Вы на канале Прелесть 34 Рус, и с вами я, Елена. Вы смотрите легендарную игру 2001 года. То есть этой игре 18 лет. 18, на минуточку. Да, она такая пиксельная, такая, ну не пиксельная, а квадратная, но в принципе как бы для 2001 года эта игра супер. Смотрите, мы с вами сейчас отправляемся к Курузелю. Да. Курузелю. Вот, что нам теперь надо? Пошлите с вами. Так, свет, давайте, как всегда, без света вообще никуда. Давайте свет включим. Во-первых, тут местность темная, да, местность темная. И помимо того, что местность темная, еще как бы опасно. Да, кстати, Алиночка, привет еще разок. Спасибо за то, что помогла с ошибками в игре. Смотрите, мы сейчас с вами попробуем. Мне Лина сказала, ну ты красавец. Ну ты красавец вообще, как ты так не купался? Все у тебя не слава богу. Так, вот, спасибо большое за то, что помогаешь мне с ошибками. У меня, я раньше с такими ошибками не сталкивалась, вот. И еще, давай, вот, ты сказала попробовать Alt. То есть мы открываем сундук. И чтобы забрать вот это все. Нет, у меня Alt не работает. То есть как бы я пытаюсь что-то забрать, иди стук Ctrl. Ну, как обычно. Ну, а зелье силы открывалось. Класс, 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 класс. Так. Мы тут все забрали. Все забрали, все забрали. Так, давайте с вами выпьем зелье силы. Плюс 3. Будем сильным. Как Халк. Так. Подождите, демон, значит, все-таки справился. Вон, гляньте. Потому что эти тут... Там их 2, да? Ну, давайте. Нам-то что, нам не жалко. Танцы с бубном. Если что, еще возьмем. Там что, руду я уже не жалею. Как бы, что ее жалеть? Давай, вызывайся. Блин, тут какие-то вот демоны больше на людей нападают, чем вот на этих. Вы гляньте на этого спящего. Ой, фанатик. Как фанат себя ведешь. Вот видите, почему их не надо вызывать. Он увидел там ползуна. И он решил с ползуном поговорить тет-а-тет. Поговорить, видать, о том, о сём, о жизни, о приключениях, о загробной жизни. Ты чё, завис? Ты чё, бачок? Пошли. Когда на сердце. Так, иди сюда. Mm-hmm.
ты долго будешь с ней? Учачангой. Учачанга. Орки, круглый год. Учачанга, орки, песенки поют. Ты мне не дашь, чтобы... Господи, демон, ты что так резко? Вот, кстати, заметьте, у них... А, ну все, ничего не заметишь. Короче, у них почему-то глаза какие-то, вот, знаете, не глаза, а как бы круги под глазами какие-то темные. То есть, видать, решили таким образом показать, что они реально фанатиками стали. Точнее, не Господи, а во имя Иноса. Кстати, у нас уже 30 очечей, то есть мы скоро еще наберем очечи, и давайте, наверное, все-таки, я так подумала, силы, в принципе, мне хватает, мы будем универсалом, я все вот эти очки буду фигачить в магию. Так. Куда мы с вами пойдем? Большой-большой секрет. Мы с вами песенки споем, а может быть и нет. Куда идем? Куда идем? Очечи. Да, в них в магию, короче. Конечно, шестой круг я не сделаю из меча Урезель, я не успею набрать очков. То есть, единственное, да, если ты действительно пойдешь магом, то есть, я магом вообще никогда не играла, я сколько играла, я всегда играла универсалом. То есть, я тот человек, который играет универсально, и все. По поводу, почему я всегда проверяю телекинезы. Во-первых, у меня в этой готике почему-то забагованные... Ты мне скажи, кого ты там убрал? Во-первых, забагованные элики, а во-вторых, по-моему, я играла в Дипурике. И там было место, где эти, как его... Маги были заперты в какой-то там пещере. Я вспомнила, откуда я взяла телекинез, чтобы проверять им. И там, в том месте, короче, есть такая фигня, что... Как он тебя может ранить? Вот, и там есть пещера, там тоже такая фигня, короче, с этой пещерой, что походу демону хана. Лети быстрее! Ладно. И там есть пещера, и в ней... Я про нее прям заговорила. Вот когда ты местами где-то там лазишь, всегда что-то такое получается. Вот. В этой пещере там есть телики, которые прям валяются конкретно. То есть в том плане, то, что они валяются где-то наверху. И чтобы их взять, эти элики... Нам надо пользоваться чисто телекинезом. Вот оттуда я научилась как раз брать эликсиры. Да, Дикурик мне тоже игрушка нравится. Я хотела бы ее тоже бы пройти на канал. Но она только одна, по-моему, часть Дикурика. Вот. Но фишка в чем? Что...
почему-то игра у меня вот очень криво установилась. Мало того, что это что такое? Да, вот брюки какие-то, текстуры попадают. Вот. Игра, короче, это. То ли готику установил всю, то ли дикурик установил. Вот у меня были такие проблемы именно с этим диском. Походу диск все-таки кривой. То есть у меня когда брат же ее купил, когда он ее купил, этот диск, он это. Она вроде нормально играла, а вот если взять другую игру, он брал у друга, она вообще никаких, ни ошибок не было, и там другой перевод даже. И после этого он решил купить диск вот этой вот готики, потому что там винду поменяли, взять он ее не смог, и вот так вот как-то все получилось. Ой, яйца ползунов. Кулак Ларга. Я что-то прям вообще такая серьезная. Яичницу будем делать? С яиц. Ну опять свет. Ю-ху! Так, давайте посмотрим, что нам, что за элики взяли. Попила кофе, блин, наблелась вся. Ой, поросенок. Прюхую. Кстати, в этом же году этот год кабана, да, по-моему, был? Я уж забыла даже, какой год у нас. А следующий год крыски. Осталось, да, чуть-чуть до него. Дневник. Так что альт у меня не работает, к сожалению. Кнопки я разные не буду проверять, мало ли что. Тут я вообще подвисла, вообще как-то. Так, давай другие возьмем, быстренько. Чтобы казалось, что луга быстрее забирается. Да, ну конечно игра вот прям все настроение испортила. Я думала, по Бырику мы запишу несколько серий. Я, короче, 2 часа потратила именно только на устранение ошибок. Не одно так другое, не другое так третье, не третье так четвертое. И вот иной раз, когда вот так вот пытаешься записать какую-то игру, так вообще хочется забыть о всем и не хочется записывать. Когда вот реально такие вот какие-то вот проблемы, ошибки, еще что-то. Естественно, игру забрасываешь. Иногда все-таки проще записать обычное видео. Чем такое? Ну что, можешь вам песенку спеть? Что в жизни? Жить как крепости и не свои потребности и все заговорилась без текста вообще никак. Это не та песня, которую надо петь. Пошлите с вами дальше, посмотрим, что там. Родимый дом. Вот кого мне убрал демон. Так. Давайте сразу тут все сделаем, что надо.
что-то мне вот эти тормоза не нравятся прям. Как не нравится. Спускаемся вниз. Так, давайте поедем. Опа! Угу. Ну, удачу. Что-то надо сделать, я не помню. А что так темно тут, я не пойму. У меня же вроде свет горит. А, тут мы, короче, открываем врата к дальнейшему прохождению спящего. Ну, мы сразу лучше все это сделаем, потому что мало ли. Чтоб сюда не возвращаться. Вы видели это? Она так прикольно по воде ходит. А где ползуны? Нет еще потом? Вот интересно, почему прям тут так темно? Вроде свет есть. Ну, может, из-за того, что игра такая. Интересно, ты наверх поднимешься? Нет. Прям у орков прям вообще прикольно, так прям своя цивилизация. Прям мультик какой-нибудь. Прикольно, да. Прям Гарри Поттер напоминает, тоже переключения камеры были, когда где-то что-то появлялось, открывалось. Да, раньше тоже могли делать игры. Кстати, игры раньше... О, кстати, тоже можно будет зачистку сделать. Да вы танцуете, даже вы хорошие. Один чуть вообще не упал. Странные какие-то ползуны. Вы представляете, один не упал. Так, ну ладненько, пошлите с вами дальше. Я думаю, наверное, мы с вами пойдем Урезель забирать. И по квесту по Урезелю. А, там, наверное, потом зачистку сделаем. Кулак тролля мне пока не нужен, потому что он у меня уже есть. Потом его продадим. Ой. Блин, тут так темно вообще. Я помню, у меня была дилемма тут, как наверх поднять. Подняться. У-у-у, я тут заперта, все, хана, а тут вот не переключать. Ждем, пока наверх поднимемся. Лифт готический. А, гляньте, у нас свет внизу. Оп, наверх поднялся. Так, мы с вами там все сделали. Так. Куда мне? Сюда, куда? Сюда. Пик. Ну все, идем за красивым мечом, за красивым именем Урезель. И пойдем дальше по квестам. По квестам. Сегодня мы пойдем по квестам. Скоро мы заберем хорошие доспехи. Красивые синенького оттенка. Голубенького.
Так. Какая-то щель непонятная. Вот, кстати, телекинез — прикольная штука. Ты иногда, когда что-то забываешь, да, вот, или там это не можешь забрать, его раз и вызвал. Куда? Ты как так мог упасть, а? Аж хоть не помер. Пол — это лава. А вообще, по сути, тебе помереть надо было бы. Нет, спасибо, спасибо, что не помер. В жизни бы ты не выжил. Вот поэтому, видать, и сделали специально вот эту вот местность такую. Да. Я надеюсь, ты сейчас не тупанешь? Не упадешь? Трындец, в самом таком месте и упал, а? Вообще. Да. Где мое все настроение? Куда оно делось? Я не понимаю. Ой, так. Прыгай, а то опять упадешь еще. Ну тебя в баню. Так, нам теперь надо мостик открыть. Мостик, мостик. Не, сделано прям красиво вообще. Мне нравится. Интересно. Кружится, а? Кружится он. Трындец вообще. Почему ты второй раз по нему не попал? Я знаю, что ты можешь справиться. Но, блин, как-то не хочется помирать на простецких демонах. Это экшен, это экшен. Ну, давайте. Так, давайте вот тут пробежимся, мало ли, может, что появится. Какие-нибудь плюшки, зелья. Это как всегда свет. Свет быстро заканчивается. Мне вот это не нравится, что он быстро заканчивается вообще. Сколько не записываешь видео, всегда по-разному записывается. То есть в зависимости от настроения, от места действия, от того, как ты играешь. То есть получается, если тебя там убивают, вот это вот и все такое. У меня единственный раз получилось, когда я со стежками. Со стежками проходила. И то тогда я что-то помнила, что там за миссия, тоже раз 10 проходила, тоже какие-то были ошибки, то ли ошибки, то ли еще что-то. Вот. Ну, тогда я уже писала сценарий, что-то как-то это, смотрела какой-то фильм, или просто что-то там это включила, смотрела. Вот. И сценарий писала. Ну, прикольно, в принципе, было. Прям как котята. Вот ты специально за спиной стоишь, а? За спиной нельзя стоять. Я ж к тебе спиной не поворачиваюсь. Они такие странные вообще. Благо героев, помню.
Я уже читаю «Оторванная голова». Вообще, совсем. Ну, там, наверное, ничего такого нету хорошего. Давайте посмотрим вообще, что мы там с вами подбираем. «Кулак варвара», 98. Ну, вот сотка самая большая, мне кажется. Что у нас там с оружием? Подождите, а их разве не 5? А, их 4, наверное, да. 58. Ну да, ничего такого интересного нету. Мне что-то казалось, что их 5, вот этих вот. А, да, их 5. Пятый стоит в самом... в самом конце. Я сейчас, наверное, до туда дойду с Урезелем. И главный герой развернется и побежит назад. Типа, ну нафиг. Так, давайте поедем. То есть с двумя демонами я могу справиться, но просто иногда прям на простецком месте как бы не хочется ружье отбросить. А, кстати, там внизу нет никаких приколов? По-моему, там не было, да? Просто там внизу получается еще один какой-то мост, там пещер нет? Наверное, нет. Последнего. А что ты один тут? Тебе компанию не дали, да? Вот, кстати, почему-то не всегда у меня получается комбо делать вот это вот, которое с разворота делается. У одноручного получалось, а у двуручного как-то вот, видать, дело настроение. Так. Давайте посмотрим с вами по бэрикам. Тут у меня какая-то вот эта игра не задалась вот по настроению. Видать, все из-за того, что если бы без ошибок записывала, может быть, поприкольнее получилось. Там ничего нету. Дайте хоть. Пещеры и все такого. Так, надеюсь, сеток у нас не будет глюкнутый. Страж. Я помню, у меня еще перед концовкой такая фигня была со стражем. Что он слетал. Потом я до спящего дошла и забросила игру. Я спящего, по-моему, один раз всего лишь проходила. Знаете, как первый раз иногда играешь. Атмосферненькое место. Да, да, смотрите, никогда не вздумайте. Я вас прошу, не идти по прямой, по короткой дороге. Там
будут. Вон, видите, вот там вот. Вот эти вот. Там шипы. То есть эти шипы, они вот чуть ближе подходишь, они. Можно, конечно, перепрыгнуть. Вон, видите? И ты сразу, как говорится, сразу там отправляешься. Вот. Тут есть другой вход. Можно, как, короче, попробовать перепрыгнуть. Ну, смысл пробовать перепрыгивать, если есть другой вход. А, по-моему, на выход можно будет успеть перепрыгнуть. Вот он этот вход. Окошко такое своеобразное. Вот он сидит с мечом у Розель. Что я опять замолчала, просто иногда, когда вот это вот он делает, этот шар или шторм, я не пойму, как он называется, вот, хотя он обычно вообще должен говорить, он ничего не сказал, вот, я замолчала я по той причине, потому что это реально страшно, умереть недалеко от меча Урзель. Как мы столько прошли с вами уже без сохранения? Так, давайте с вами проверим. Что у нас тут? Телекинезом. Так. Да, можно попробовать перепрыгнуть вот там вот. Но я не хочу рисковать, как я вам сказала. Я лучше запрыгну вот тут вот. Будем здоровыми, красивыми, главными героями. Смотрите, ну, в принципе, мы с вами четверых этих убрали, головняков. Шабанак. Грактнак. Пошлите с вами дальше, да зачистим. Покушаем. Попьем маны. Так, у нас получается 30 очков обучения. А, 40 уже, да? Прикольно. То есть получается 15 силы манны уйдет, потом, по-моему, 20. То есть уже 2 клуба магии мы с вами уже можем выучить. Вот. Это классно. А походу нашего демона больше нема. Нифига себе, ты как? Круто ты, конечно, а? Так, я вам предлагаю, да, нам не жалко демонов. Все-таки, как-никак, я же брала для этого, для того, чтобы он нам помогал. Вот, а там дальше нам нужна будет помощь. У нас, по-моему, осталось, наверное, свитка 3. Все равно мы скоро пойдем к Сардосу, вот, так как уже меч мы взяли, нас отправят назад. Странно. Подождите, у нас же демон был, нет? Еще 4 светка. Ну, нормально, в принципе, светка. Так, ну что, ребята, время идти дальше. Танец с бубнами. Ох ты мой, хороший. Пошли. Время бить морды. По мордасам.
вообще можно его так отправить. Кого будем сначала? Давайте. Эй, демон, я в тебя нечаянно попала. Да ты ж мой хороший, ты ж мой хороший. Это я в тебя так попала? Вы прикиньте, я в демона одной стрелой полкопела его снесла. Офигеть. Фига в него попал. Вот нормально, да? Два раза по стрелам, ну все. И демону хана. Я тебе дам помочь. Волевую конце. Бай-бай. Отдыхай. Такс. Давайте с вами дальше. Иногда все-таки даже не знаешь, что можно сказать. Так, все, 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 все. Хватит пить, хватит пить, хватит пить. Ну, я так понимаю, да, мы с вами все, больше демонов не будем призывать. Это лишняя трата денег. И, по-моему, у нас закончился свет. Хотя, что нам их жалеть? Так, игрушка. Игрушка, не тормози, пожалуйста. Так. Волево, танцы. Так. Давай. Танцы с бубнами. Удары пропускать, это вот непонятно. Ну, понятно. Это даже очень странно. Блин, игра, конечно, притормаживает. Двое, ну как вы можете двое на меня нападать, а? Вам не стыдно? Огненное дыхание. Так, давайте с вами попьем. Нет, все-таки вот эти вот призывные животные, или как бы там монстры. Монстры, не животные, а монстры. Они прикольные. То есть они иной раз очень помогают, очень выручают, прям вообще. Вот, видите, вот. Опять наверху. Я его не могу забрать. Вон еще два. Почему один из них хороший?
Ребят, вот вы представляете, у меня весь телекинез закончился. А, не. Еще есть слава. Это хорошо. Слава Инусу. По-моему, я одну не взяла, ну ладно. Что-то, короче, вообще. Игра проседает, игра тормозит, это плохо. Такс. Демон опять куда-то свалил. Отлынивает от работы. Это не демон, это беда какая-то. Проседает вообще ППС. Там и играет, тормозит. Да, непонятно, что тут где тут. Вот он, кулак тролля. И вот с этого места я его знаю, потому что я когда до отсюда доходила, я раньше его никогда не брала, не покупала. Я вот тут его брала, и все, блин, кулак тролля — это самое офигенное оружие. Я, по-моему, более сильного больше нигде не видела. Вот первая версия игры мне больше всего нравится. Я не знаю, как я вторую буду проходить. Вторую я вообще как бы еле силы. Ну, видите, нам уже в принципе силы смысла нет учить. Вот. Я поняла, почему, наверное, так проседает. Потому что народу тут много, вот NPC, и поэтому играй и тормозит. Жует свой орбит без сахара. А ты долго вокруг него будешь бегать, а? Фигачит огнем. Прям как Горыныч. Блин, я, конечно, извиняюсь, что иногда прям вообще вот у меня прям какой-то ступор в игре. Это давно у меня такого не было, таких ступоров в игре. Просто когда игра реально напряженная, сохранок давно не было. От начала. Ну, правда, ну, в принципе, да, я не сохраняюсь, но все равно. Ты еще об этом пожалеешь. А, ты еще живой. Я думала, это все тебе. Ты что, ты же от меня не отстанешь. Ну ты че? Давай. Круги наворачиваешь, а? Так. Иди сюда.
сюда, мой хороший. Сейчас все равно ничего не падает. Клич воина. Кстати, по-моему, я своего демона потеряла. Так, ну, в принципе, мы с вами дошли. По-моему, отсюда я сейчас свалю. Тут страшно, неубиваемый. Надеюсь, тут не будет глюков, как там. Там вообще было трындец. Ладно. Вот у меня была такая фигня, что я вот именно в этом месте, короче, игра слетала. По-моему, даже там ошибок никаких не выдавал, я не помню. Но надеюсь, сейчас все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Ой, чувствую, я элик выпиваю. Так. Мне прям вообще, мне прям страшно. Страх. Такой важный идет вообще. Уходи отсюда! Никто не смеет тревожить сон моего повелителя! Ошибаешься! Твой драгоценный спящий скоро проснется. Угу. Короче, да. Ничего себе! На нем не царапины. Нужно какое-то другое средство. Теперь ты умрешь! Пора уходить отсюда. Вот мы сваливаем. Беги, беги, беги. Только не упади. Беги, 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 беги. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не. Да. Ах ты! Я думала, ты мой, а ты не мой. Ну как, ты разговариваешь. Не умеешь, ты не мой. Так, ну что, нам пора к Сардусу. Урузель мы с вами нашли. Включаем свет. Наш демон куда-то делся. Вот. Ну что, ребят, я так думаю, нам надо... Сейчас мы выйдем из храма и уже будем думать по поводу того, что нам делать дальше. То есть к Сардусу со следующей серии. Вот. Как бы. Нам не хотелось, но пора эту серию завершать. О, еще и ползун живой остался. Пить мой хороший. Иди сюда, иди сюда. Я же думал, я уже всех тут покромсала. А, я понимаю, это, наверное, как-то куда-то делись. Потому что мне очень страшно. Мне очень страшно, что будет дальше. Может,
А, это даже верховный страж храма. Так. Ну, нам надо дальше бежать. Так, давайте песенку споем. Давайте песенку споем, раз мы прошли. Акуна Матата. Сразу так просто. Акуны все попоявлялись. Акуна Матата. Веселись, полный рост. Забудь заботы и держи другой хвост. Вот и весь секрет. Иди в туалет. Акуна Матата. Да-да-да, тут все появлялись. Это из-за того, что я там поболтала. Главный герой. Забудь заботы и держи твой хвост. Вот и весь секрет. Ну давай же, а. Давай секрет. Акуна Матата. Тимон и Пумба. Точнее, главный герой. О, будем главным героем Тимоном звать. Так. Хотя вы видели, я когда шла сюда, я все зачищала. Все зачищала. Так, нет, не сюда. Потом как заблудить его. Что вообще нам в дневнике написали? Путь в храм спящему. Так, пошлите на самый низ. Вот и Граш Варак Арушт. О, блин. Так, еще раз. Вот и Граш Варак Арушт. И судя по всему, он не нежит, как остальные. Он гораздо сильнее их. И мое оружие не причинит ему вреда. Мне нужно другое оружие. Из чего исходит вывод? Что нам? Етить на колотить, а? Вы это видели? Вы это видели? Я думала, спокойненько выйду, а там вообще жесть что творится, а? Ребята, мы встряли. Точнее, я встряла. Ладно. Не хочет чего-то хорошего. Да. Самое интересное, отсюда-то... Не выйдешь, пока наверх не это, телепорт никакой не будет работать, пока наверх. Кстати, по-моему, армия тьмы вообще с демоном дается. Ну ладно. Да, появилось очень много... нежити. Очень много нежити появилось, очень. Так, ты можешь наверх подняться, я знаю. Ты же до этого поднимался, ну ты чё? Умничка. Всё, давай.
давайте с вами свет включим. Я-то думала, будет просто. А тут, оказывается, все не так уж и просто. Верховный страж. Как вы думаете, кого я убрала? Я убрала своего скелета. Ой, скелет. Господи, да что ж такое, а? Все через одно место. Пей быстрее. Ребята, это жесть. Это реальная жесть. Кстати, не тормози ты так, а, мой хороший, зайка-то моя. Не тормози. Сникерсни. Короче, я... Я предлагаю сделать так. Нам нужны другие доспехи. Потому что верховная нет, посильнее. Господи, беги! Беги. Все. Извините, если я сильно закричала. Короче, я предлагаю отсюда валить. Полностью валить отсюда. Потому что тут происходит какая-то дичь. Реальная дичь. Вот. Мы сюда придем уже с хорошими доспехами. И всем дадим люлей. Мася. Все, супер. Одеваем улю-мулю. Улю-мулю, ты где? Улю-мулю. Побежали с вами. Где у нас там выход? Вот он. Нам надо идти к Сардосу. Я бы, может быть, с ними справилась, но по времени будет очень долго это все. Я бы, может быть, с ними и справилась, но по времени бы это было бы очень долго. Вот. И поэтому я предлагаю сделать как. Сейчас мы выйдем из города орков. Дойдем до Ксардоса. Наверное, сначала элики закупить, потому что сейчас, когда мы с Ксардосом поговорим, будем искать, как заряжать этот меч и все такое. Вот.
Надо сейчас продумать, как это все сделать, и как хорошо. Мильтон-то не продает ничего. И старый лагерь нам еще. Смотрите, версия. Как это лучше сделать? Учача, да. Ну что ты за мной бежишь? Ты сам за мной побежал. Я не хотела, чтобы ты за мной бежал. Так, ну что, ребята, пошлите с вами к Сардису. Свет, телекинез, телепортация, призыв демона, телепортация. Мы с вами телепортируемся. Ребята, ну что, мы с вами уже около Сардиса. Вот. Давайте на этом серию будем заканчивать. То есть, как бы, на этом серию мы заканчиваем. Но я с вами не прощаюсь. Вот. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Вот. Всем пока, до следующей серии.